Всем привет, с вами Ранур и прекраснейшего вам настроения. Это очередная серия летсплея по игре Adventure Capitalist, как я обещал, вечерняя серия. Накопили мы в 3 раза больше за день, да, у нас на начало было серии прошлой 1 десилион, сегодня уже, сейчас уже 3 десилиона. Ну, давайте посмотрим, что-нибудь это реально серьезное. На какое-то изменение в нашем бизнесе это не принесет, уже явно видно, да, никаких апгрейдов мы приобрести не можем. Поэтому думаю, вау, а мы не зря подождали, да, стало гораздо лучше по количеству менеджеров, получаемых ангелов, и давайте действительно это сделаем, очередной рестарт, потому что игра сама по себе такова, что требует от вас постоянно делать рестарт, иначе вы здесь ничего не добьетесь серьезного. Ну что ж, покликаем, чтобы нам было что накликать. Вот так вот, с одних лимонов. Значит, остальные вещи я просто прокликиваю, чтобы они запустились. Если вы еще не знаете, что это за игра, интересней. И давайте закупать менеджеров, чтобы уже наши деньги нам начали работать на нас, а не висели просто мертвым грузом. В принципе, все менеджеры запущены в работу. Так, можно потихонечку уже выходить на апгрейды X100, но сначала, конечно же, нужно посмотреть апгрейды именно обычные. В первую очередь мы их прокликиваем, да, даже не задумываясь, сколько кликов хватает, столько хватает. Так, хорошо. Докликиваем до 300 остальные участки. Даже докликиваем до 400, где получится. В прошлой серии, утренней, мы получили X500 всего. Ну, где кликается, там и кликаем. Все очень просто. То есть, что первым кликается, то первым и кликаем. Так, дальше поехали еще по апгрейдам. Я сейчас даже ангельских апгрейдов пока еще не взял. А уже, как видите, ощутимый такой прям X400 уже всего получено. Так, еще тогда апгрейдов. Я даже видел, что там где-то засветилось, что можно что-то X500 сделать. Так, теперь давайте апгрейды за ангелов. Приступим к ним. Естественно, полный профит X3, естественно, мы берем. Эффективность инвесторов, естественно, берем. Еще эффективность берем. All Profit берем. И вот этот All Profit X9 теперь, наконец-таки, мы, кажется, можем взять. Давайте посмотрим, сколько у нас еще с инвесторов. У нас их 340 миллионов. Естественно, мы потратим одну треть, а увеличим наше производство, производительность в 3 раза. Естественно, брать стоит. Да. Дальше. Эти апгрейды я пока брать, естественно, не буду, потому что я считаю, что пока мы не доросли до таких затрат именно по ангелам. Да, и вот такие зато апгрейды, которые приносят денежки нам сразу и быстро, естественно, мы берем. Так, прыг. Все выше и выше прыгаем и скачем в наших продвижениях. Теперь. Я вот даже не знаю, может быть, в этот раз не врать мне вот эти вот апгрейды. Хотя, с другой стороны, очень интересно, насколько они делают эффективно. На 10% все дешевле. Давайте возьмем, ладно, пожертвуем вот этих товарищей наших, да, 1 биллион и 10 биллионов, все. Мы уже, видимо, будем с каждой серии их все-таки запускать, наших товарищей. Если я вижу разницу, что здесь X500 и здесь X500, X100 можно поднять, да, при первом возможности, конечно же, я беру здесь, чтобы быстрее дойти до X500 всего. Так, ну давайте, все, в принципе. Уперлись. Теперь вот ждем только все выше и выше. Да, рано ушел. Может, все-таки взять этого товарища, да, который будет нам подсказывать о том, что... Ладно, возьмем в этот раз его, одного ангела, потратим на это дело, чтобы нам мониторило, когда следующий апгрейд у нас можно будет взять. Вот на таком уровне развития, думаю, это уже полезный апгрейд, и видно, что следующий ага, X7,
И когда он светится, мы его уже не пропустим. Так, ну по остатам мы стали опять, но не легионером, потому что мы слетели вниз. Но за все это время мы набрали 5,7 уже дисциллиона. Это уже на 3 порядка больше, чем нонилион, который у нас сейчас есть. Видно уже, что сколько всего в секунду у нас капает. Вот эта сумма. Смотрите, это уже штука обогнала. Практически наравне идет с нефтекачками, самым выгодным нашим бизнесом. Именно вот по тому, что мы можем вложить и что мы в результате можем получить. Да, сюда вложения, ну, как вы видели, такие маленькие. Здесь же уже мы выстрелили и просто, да, еще одна пара таких вот апов, да, и все. Так, по новостям. Значит, я вчера выпустил несколько серий, посвященных тому, как писать летсплей. И у меня даже появилась еще одна мысль, что вам еще рассказать, потому что я немножечко глянул одним глазком стрим Вакота и увидел, что им как минимум ему понадобится, даже вот вроде уже более раскрученный канал, чем у меня, как минимум им понадобится узнать, как работать с вебкой, то есть первая серия ему будет интересной. А также, думаю, увидел, что у него там немножечко подлагивало. И я видел у себя, как это подлагивает. И у меня, кстати, появилась идея, как с помощью той самой программы Virtual Audio Cable, даже во Freeware VLC, можно сделать еще более производительной машину по записи стрима. Да, вот, как сделать еще более производительным OBS. Смысл примерно простой. Да, мы два аудиоканала, то есть наш микрофонный очищенный и микрофонный и общий игровой, запускаем звук, ну, который вот, ну, колонок. Мы запускаем все это дело, сводим в один аудиопоток и пишем уже только лишь его на аудиозаписи. И в результате мы получаем, вы сейчас этого не видите, но я обязательно покажу именно вот такой маленькой серии дополнений. То есть мы экономим ресурсы, и наш микрофон будет звучать теперь всегда. То есть даже если будет нехватка у ОБС на запись микрофона, он страдает в первую очередь именно на этом, да, начинает звук микрофона рваться. Даже вот эту вещь можно будет избежать. Я протестирую, я посмотрю сам еще свои идеи, да, и, видимо, надеюсь, сегодня смогу выпустить еще одну серию. Отработали мы славно, у нас на сервере появился всего лишь еще один игрок. Вот, отработали славненько. Даже, кстати, не вышел из самого Destuday. Сейчас вы слышали звук выхода. Так, давайте посмотрим, сколько еще серий сегодня мы захватили. Раз, два серии, три серии, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, семь серий, да, семь серий. Либо одна серия у меня просто даже не зацепилась до конца, не знаю. А, да, 7 серий, одна была такая фальс-серия. Вкалывали, короче, по 45 минут, 7 серий, плюс еще 5-минутные перерывы, да, плюс еще обсуждения между сериями такие. Поработали знатно, но пока выходные, вот сегодня решили воспользоваться. Завтра даже у нас будет такой перерыв между сериями. Не знаю, смогу ли я сегодня показать по продюсингу серии, да, когда уже мы запускаем их на YouTube, что нужно с этим делать, как это нужно все реализовывать, чтобы все было правильно и хорошо. Надеюсь, у меня получится, но вот как минимум с аудиокабелем я попробую серию выложить, чтобы еще показать, как увеличить производительность, да, на слабых машинах, на бюджетных машинах, увеличить производительность ОБС, чтобы можно было захватывать смело им даже не только ваши, да, стримы, а также даже и летсплеи. Ой, скорее всего. Извините, иногда, конечно, такие накладочки получаются. Так, ну что же у нас здесь-то? Где-нибудь что-нибудь. Кстати, вон светится, можно прямо отсюда раз, этот апгрейд взять. В принципе, два еще апгрейда, 50 на миллионов. А, один точно скоро, а другой, ой, как не скоро. Сейчас мы узнаем как раз на этих апгрейдах, кто есть ху. Вот 50 возьмем, полтинничек потратим, потерпим. К сожалению, естественно, из-за того, что активно косили свои серии по 7 Days to Die, естественно, из-за этого
не получилось записать у меня, ничего сделать. Покорбал спецпрограмм, все в зачаточном состоянии. Ай-яй-яй, какой нехороший. Ну, я, к сожалению, один. Ну и где же? Следующий апгрейд. Жалко, что здесь, кстати, не пишут сумму, сколько затрат идут. Ну, уже здесь я точно знаю, уже посмотрел, что 50 миллионов все купили. Следующий X7, но он уже у нас будет аж на третьем Леоне, да, то есть я не уверен, что это даже будет вообще скоро, да, то есть это однозначно на следующем порядке точно нет, то есть когда 1000 этих денег накопим на миллионов, да, следующий Децилион, да, будет, получается. Кстати, мы стали уже Децилионером? Нет, ну пока что всего лишь миллионер. X500 мы сегодня, то есть сегодняшнего утреннего прогресса, я так полагаю, мы не добились. Но можем хоть чуть-чуть продвинуться в этом направлении. Естественно, покупая газетки, чтобы хоть чуть-чуть добавить нам денег, доходности именно с остальных участков. Да, ну это уже совсем не скоро, так что все наши силы пока бросаем сюда, чтобы уже скорее добиться X500. Хотя, смотрите, 25 миллионов, это получается, сейчас можно уже будет апнуться разок. Надо будет сейчас опять калькулятор в зубы и посчитать, сколько секунд нам теоретически остается, да, до того, чтобы добить. Так, 95 миллионов уже. Да, смотрите, 1 миллион в секунду, а здесь 120 миллионов в секунду, все-таки, ну да, с этим, конечно, пока еще не сравнялся, да, тут же был еще апгрейд, теперь этого апгрейда нет, и пока нет этого апгрейда, уже он не так крутый ремонт стенда, но они однозначно крутые, как минимум, получается, какие-нибудь команды получились так как-то, именно по степени вложения денег, да, именно вот это я имею в виду. Икско, конечно, можно было бы взять, наверное. 10. Либо потратить сюда, да, и до 500 добить. Давайте сюда сначала. А здесь мы потом очень легко возьмем. Все, X500 машинки пошли. На шажок мы стали ближе. Да, 51 миллион, это, в принципе, как вы видели, уже быстро. Мы сейчас доберем здесь, тоже возьмем этот апгрейдик. Так, 51. Но здесь, как минимум, еще два таких апа. То есть, причем каждый ап последующий все больше, все дороже и дороже. Поэтому мы выбрали тактику, что идем следующим участком сюда. И давайте даже продвигать, чтобы чуть-чуть быстрее выстрелила наша необходимая сумма. Да. Зарабатываем больше, соответственно, быстрее получим следующий ап. Следующий анлок. Вот, анлок взяли, хорошо. Ну и здесь уже пришло время калькулятора. Здравствуй, калькулятор. Считаем. Значит, считать я буду октиллионы в секунду. 120 октиллионов. Я даже не знаю, газеты можно не считать. Плюс 1, плюс 5, плюс 30, плюс 3 креветочки, плюс 11 хоккейной команды, плюс 82 кинотеатра, плюс 246 в секунду. И плюс 1133. Итого получаем 1,6 миллиона в секунду. То есть основной все-таки доход нам приносит вот эта вещь. Ну, в принципе, я даже не знаю, сколько он стоит максимально. Давайте там по максимуму хотя бы хоть как-то вбухивать сюда, чтобы какой-то прогресс был. 14 минут записи, в принципе, можно, наверное, еще потерпеть. Так, о планах. Сегодня, значит, я иду отдыхать. Завтра я выхожу на работу. Скорее всего, день будет забитый. Но я постараюсь все-таки завершить перевод. Именно непосредственно перевод завершить по Kerbal Space Program, по обновлениям, которые последние вышли. Вот, надеюсь, у меня получится. И у меня уже будет готовый, в принципе, сценарий на то, чтобы рассказать вам толково про последнюю обновку. В обновке очень много интересного, много нового. Вы уже, наверное, сами видели, но вам интересно было бы, я так полагаю, услышать именно
детальное исследование, да, на тему того, что же там реально всего много. Там же много реально всего пришло. И вот такое вот именно детальное исследование. А, кстати, что ему сейчас? Я сейчас увижу, да, 605, но не Леонов. Нет, ребята, сегодня мы это не потянем. Мы сегодня не выцепим эту сумму никаким образом. И их 100 чего-нибудь... Ум, децилионы уже пошли. И сегодня их 100 мы не вытянем уже больше ничего. Я так полагаю. Из апгрейдов, естественно, тоже вот этих вот не возьмем. Ангельский апгрейд я брать не буду. Это слишком, я считаю, дорого. Дорого для наших вложений. Пока у нас не так много инвесторов, чтобы расшвыриваться ими так налево и направо. Хотя... Взять газеты. Давайте все-таки возьмем газеты. 25 миллионов, но тем не менее зато все X500 взяли. Фанлок, это нам все ускорит, естественно. Настолько ускорит, что даже вот так мы сможем сделать. Ничего себе. Ничего себе. Неплохо, неплохо. А с чего так капнуло? Я так и не понял. Что там тот анлок дал? Такого, что чего-то прям бешеного прироста какого-то выстрелил, да, всего. Даже аж интересно, что же дал нам, какой анлок нам дал такой, вау, смотрите, сколько выстреливает за раз. Откуда это? Это отсюда, что ли, так? Ну-ка. Хрясь. Хо-хо. Еще раз, пожалуйста. 232, 233, 234, 235, 283. То есть по полтиннику отсюда прилетает. Это... Ого-го-го, однако. Так, ну это точно нет. Давайте посмотрим, что ближнее, да, именно в соточке. 920, но не леонов. Это уже десилионы пошли. Турым-пум-пым. Да, вот это вот хоккейные команды наши первичные. Давайте тогда хоккейные команды вбухиваться, чтобы... Смотрите, последний ап, и он реально... стоит просто бешеных количеств вложений. Мы его теоретически можем даже сегодня взять, получается, еще один наш бизнес прокачать в десяточку, да, до 600. То есть на следующую сотню его поднять. Это круто. Так. Значит, да, планы на завтра. Дописать сценарий. План, я сейчас просто план максимум, да, не знаю, как получится. Дописать сценарий по Credible Space Program. Если останется время поработать над сборкой по Ринволду, потому что она уже такая уже совсем близка к завершению. Я так полагаю, что вот пока я отсутствовал с этим 7 Days to Die, да, была куча праздников. Полагаю, что уже все моды, скорее всего, и вышли, которые я бы хотел видеть в завершающей сборке. Да и все больше даже планировать я не буду. Вечером, естественно, мы завтра решили все-таки отдохнуть от 7 Days to Die. Потому что как-то мы чересчур уж взялись за это дело, да? И немножко нужно так, чтобы все устаканилось, утрясалось в голове, удумалось. Нужно сделать такой кратенький перерыв. Бабах. Отлично. Десилионы. Везде уже десилионы. Но самый минимальный для бизнеса на апгрейд это именно это. Его и будем апать. Вот такую вот я стратегию сейчас на данный момент для себя вижу наиболее оптимальной. То есть именно смотреть X100 следующее куда, да, что в X100 будет дешевле всего в дальнейшем, и просто его протягивать все выше и выше. Как-то так. Я вот для себя нашел такую, вот, наконец-таки нащупал стратегию. Следующий, кстати говоря, по апу, ну, да, апать, скорее всего, это вот сюда пойдет. 1100 на анлоке следующем. X4, X5, X... Прям такие интересные суммы. Лимонадный стенд, X25, ого. Да, прям... Их сколько? X5. 5 раз ускорить лимонадный стенд, он станет переносить один, но не Леон. Ну, это очень большие вложения, конечно. Но завтра, скорее всего, они у нас будут, эти средства, и мы сможем дойти прям вот аж туда. Интересно, сколько завтра будет инвесторов. Вот, и в принципе на завтра, да, задача от максимум сделать
обзор может быть снять наконец-таки. Сегодня я хочу еще перед уходом домой, хотя уже 19:30, даже не знаю, может на сегодня и не будет ничего, но я постараюсь. Как минимум посмотрю, если пойдет быстро, значит сразу выложу. Не пойдет быстро, значит не выложу быстро. На тему того, что... Так вот сделаем. Или просто уже. На тему того, получится или не получится скоро обработать такую вещь, как... Ну, то есть получится, если мне сегодня быстро по аудиокабелю, виртуал аудиокабелю рассказать, да? То значит получится быстро. Не получится быстро, если увижу, что все идет не так, как надо, идет какая-то лажа, я тогда просто сворачиваю на сегодня съемку и иду домой. Все, надо отдыхать. Надо искупаться, надо побриться, надо ногти подстричь, в конце концов, себя в порядок привести, да, по дому еще нужно какие-то дела сделать. Так что надо идти домой, короче говоря, в таком случае, если я увижу, что сегодня мне не получается. То есть попрет струя, значит попрет струя. По продюсингу я пока немножечко обожду, хотя тоже серия очень важна, как правильно продюсинг делать, да, как правильно выпускать серию именно в массы. Это бы тоже я бы хотел бы этим поделиться, потому что, как я думаю, я для себя нашел оптимальнейший путь на данный момент. Ну вот, единственное, что по Adventure Capitalist я немножечко сейчас эти правила начал нарушать. В принципе, тут картинка, да и все особо тоже надо как-то придумать, чтобы этакого сделать. Потому что, ну, тут игрушка такая, да, тут нельзя прям показательно какие-то моменты взять. Допустим, играешь когда в Seven Days to Die, там есть там куча зомби умерших, да, там еще какой-то там экшен, да, там аврал на тебя идущий зомби, там толпа находящая, да, какой-то домик, деревушка, там есть какие-то, короче, моменты, которые можно именно показать, чтобы каждый задник картинки был уникальным. В Adventure Capitalist такого счастья нет. То есть уже получается мне теперь придумывать какой-то новый, да, вариант оформления серии. Но сейчас пока серии какие есть, такие есть, я думаю, короче говоря, надо что-то сделать. Так вот, по этому продюсингу я тоже хотел бы рассказать отдельно и, скажем так, подсказать, надеюсь, кому-то, как правильно продюсировать серии. Ну, это вот, я не знаю, это уже, скорее всего, сегодня этого сниматься не будет, потому что видео, которое я выложил, их сейчас пока достаточно. То есть потерпеть. До завтра потерпеть. Может быть, завтра, кстати, до завтра еще, кроме всего прочего, если не получится у меня покарбос без программы все-таки все сделать. Завтра как раз таки серия по продюсингу однозначно должна быть. Вот. Ну, опять же, план. Что планы? Что наши планы? Планы это такая вещь, которую мы планируем, а реально они совсем в другую сторону могут двигаться. Наши желания. Так, ну все, в принципе, да, уже я вижу, что это совсем будет не скоро. Совсем-совсем не скоро. И думаю, на сегодня можно заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Реанор. А пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов.